Так, так. И что мы тут слезы льем? Слушай, тебе не надоело? Отстань уже, отвяжись. Я сейчас отвяжусь, а потом кто тебе лестницу подаст, а? Лучше кто-нибудь другой, только не ты. Слушай, ну как хочешь. Да пошла она. И так спущусь. Фух. Все, Кристина, слезы в сторону. Это война, и она никогда не прекратится. О! Ой, мам, привет. А, привет, милая. Слушай, а ты не знаешь, где Кристина? А, мам, я не знаю, она куда-то ушла и мне вообще не сказала, сестра называется, да? Лейс, скажи, пожалуйста, я же знаю, что ты знаешь. Мам, я ничего не знаю, что-то непонятно? Лейс, ну, мам, посмотри, ну, не знаю, на улице, может, она гулять пошла, она мне ничего не докладывает. А ты куда? Еду взять, буду сериал смотреть. Понятно. Ладно. О, наивная мама. Не знаю я, где Кристина, да? Не, ну я, конечно, к маме нормально отношусь, но чтобы сказать, где Кристина, нет уж фигушки. Вот сейчас сериальчик посмотрю, и сразу настроение поднимется. Фу, что это? Старые бабушкины рецепты. Фу, кому нужна эта дребедень? О, сейчас поставим все. Вот сейчас теле включим. Отлично. Начинается. Всем здравствуйте. И вы привет, милая. И с вами, конечно же, я. Бабушка, чего тебе? Милая, ты что, не знаешь, где Кристина? Мы весь дом обыскали. Самые важнейшие новости дня. Да что вы все пристали ко мне? Ты чего, милая? Да задолбала меня уже ваша Кристина, вот чего. Я свою любовь родительскую напополам делила, поскольку эту самозванку вы взяли. Ну вот не надоело вам за этой Кристиной присматривать? Она уже взрослая девушка, сама справится. Ты как себе ведешь, девочка? Так себе веду. А вы как себе ведете, взрослые? Не мешай мне. А что ты не знаешь? Ничего я не знаю. Спасибо, милая. Пожалуйста, бабушка. Блин, все настроение испортила.